Новобрест – Бате, Раптоуны – Гамбит. Белшина – Днепр, Шина – На плаву. Славя Нафтан – Сябровство – Назавсёды. Щиро вітаем вас, шановне господарство. Працовные будни пролетают вельми імкліво, а чарговый уикенд дорить всем нам незабывные мгнені под назвой «Беларусьбанк» чемпионат Республики Беларусь по футболе. На гэты раз 16-й тур за удзел у «Динамо Минск» у Лізі Европы расцягнуўся ажно на 3 дні. У суботу отбылися першие поединки, и об их перипетиях мы расскажем прямо цяпер. Минулы тур знов был озмрочаны конфликтом «Глядач-милициянт». Барысаві у перапынку фанаты цалкам пакінулі свой фан-сектар. Прычына – з'яўленне на трыбуне супрацоўнікаў АМАПа, якія, па словах гледачоў, забранялі ім праносіць звыклыя банэры і махаць клубнымі сцягамі. Адным словам – заўзець. Балельшчыкі адказалі ў гэтым выпадку па-свойму, і яны папросту сышлі з сектара. Не было фанатов и на стадионе у Могилеве. У Минску завзятары из Бобруйска за дороговли квитков приняли решение подтримливать свою команду за плота. Все эти абуральные неприемности отбылись на фоне недавних указываний у высоких особ про проведение в Беларуси чемпионату Европы 2020 года. Отрымливается, хочем принять Европу, але не можем организовать на стадионах цивилизованную пропускную систему и тем самым хоть неяк посприять зручности наших ледашоу. Коли помыслить, у отсутности сервису, комфорту и инших выгод, а чинному завзятору треба зусим не шмат, просто не заминать, глядеть футбол. Барысаўскі Бате завітаў у Брэст з важкім багажом і выдатным настроем. Каманда перамагла ў 5 гульнях запар, а за некалькі гадзін да пачатку матча жоўта-сініі падпісалі трохгадовы кантракт з былым лідарам Сергеем Крыўцом. У берасцейцаў справы ішлі куды горш і песімістычней. У нялёгкі для каманды час, хоць як-то падняць стан духу, зноў паспрабавалі мясцовыя крэатыўшчыкі. І ў іх гэта атрымалася. О, ёшкін кот, кішкін дрын, а? 3 магазина проходило, ни одного брестского батона нема. Ну, бабуль, а батонов и не будет. Нам остались только баранки. Как, подожди, ну что, как это не будет? А Капский все скупил. Кто? Капский. А кто это? Так тебе какая разница? И что, совсем не будет, что ли? Не, ну что, привезут 6 июля в 18:00, приходи. А сейчас минералки пока брестки купить. Ну ладно, свиней покормлю, приду. Что ж делать-то? Шмат што атрымлівалася ў гэтай гульні і ў дынамаўцаў. Асабліва гэта тычылася дзеянняў абаронцаў і брамніка. З першай і да апошняй хвіліны падапечныя Віктара Ганчаренка выглядалі маркотнымі, аднастайнымі і прадказальнымі. Як быццам і не ў ролі даганяючых знаходзіліся барысаўчані, а спачывалі на Алімпе. Уже на 10-й хвіліне Андрей Климович бліскуча ліквідаваў пагрозу ў выглядзе выхаду адзін на адзін ад Александра Валацько. Надзейныя і ўпэўненыя дзеянні на апошняй мяжы несумненна дадалі спакою і мернасці гаспадарам поля. На 30-й хвіліне яшчэ адну спробу вызначыцца здзейсніў Александра Валацько. Андрей Климович у выдатным скачку зноў выступіў аплотам непарушнасці. У другім тайме барысаўчані ці то ад пякучай спёкі, ці то ад залішняй самаўпэўненасці выглядалі соннымі і апатычнымі. Асаблівай увагі заслугоўвае, хіба што далёкі ўдар Эдгара Аляхновіча, як казаў класік, вельмі моцна і недакладна. Канцоўка гульні і ўвогуле гадзілася для калыханкі на ноч. 0-0, неабачлівая страта ачкоў, можа балюча адгутнуцца Бате на фінішы. Бабруйская Белшына перад абласным дэрбі падышла ў жаласным стане. 4 паразы запар выштурхнулі іх з першай шасцёрцы. Сустрэча з Дняпром павінна была канчаткова растлумачыць далейшыя намеры бабруйчан. Тут ужо пан альбо прапаў. У Дняпру адсутнічаў Віталь Булыга, што шмат у чым і прадвызначыла зыход паядынку. Павесці за сабой каманду аказалася няма каму. Узлаваны і разгневаны апошнімі неўдачамі, бабруйчане з першых хвілін кінуліся шукаць шчасця да брамы суперніка, і ўжо на 21-й хвіліне ім шырока ўспіхнуўся поспех. Гэта прачнуўшыся ад летаргічнага сну, Александр Гаўрушка вырашыў парадаваць мясцовую тарсіту нетыповым для нашага першынства ўзяццем варот. 15 матчаў без забітых мячоў выліліся ў такой вось шыкоўны гол праз сябе. Справа Златана Ібрагімавіча жыве і квітнее.
Наткненный своими корыстными деяниями, Александр Гаурушко в другом тайме проявил себя уже в якости ассистента. Дмитрий Терещенко безлитосно увогнал мяч в сетку и дозволил своим завзяторам у какие-то повеки подбадериться. Все ж таки, опошняя гульни команда заставалась перед ими у обовязку. Про 6 хвилин самый продуктивный и корыстный гулец шинников этого сезона Михаил Гордейчук довел лик до разгромного. Не прохапило только на то, как хоть не подкорректовать прикрую поразу. Заменивший Александра Сазанкова, 18-годовый Антон Баделька, уже прошло 4 хвилины после своего заявления на поле, вызнавшуюся дебютным голом. 3-1, Душина снова вернулась в первую шестерку. Пикирующая тур от тура в бездонную прорву, Мазырская Славия имела чудовную возможность трохи поправить свое городное турнирное становище. А для этого треба было перемагать, находящийся по незаздростному соседству Новополоцкий Нафтан. Команды на радость глядачам обрали гульню на сустречных курсах, чем несомненно примусили их ладно понервоваться. Першую полову множество нереализованных атак с двух боков венчал вот этот эпизод. Судья до падения Егора Зубовича застался обыяковым, за что по завершении матчу отрымал от нападника особистое полымяное привитание. Але найперш в другом тайме своеобразное послание от настырного форварда отрымали господары. Егор Зубович своим голом еще раз переконал присутных, что поспешливые перестановки на тренерском мосту пошли его команде только на корысть. Смельчий инстинкт самозахования у Славии тут же разгорелся, и про 4 хвилины дружина Юрия Малеева обновила статус-кво. Денис Лапцев у який раз подарил команде шанец на выздоровление, однако дотиснуть гостей Мазырани все ж таки не смогли. Сергей Новик на даденных хвилинах нетравально пустил свой момент под отхон. 1-1 на пошнее место и Мазырская Славия в этом чемпионате словы синонимы. Вашей увазе выники первых сгуляных поединков 16-го тура. Борисовский Батэ после удалой погони трохи затормозил. У ближайший понеделок солигорский Шахтер зробит все махшимое, как еще больше дорваться от своих последовников. А уже у неделю нас чекают два найцікавіших матчу. При махшимости завитайте на стадион, або подрымайте свою любимую команду през интернет-трансляции на сайте www.sport.by/football. Всего вам доброго, до побачення!